112 команд из разных регионов России сражались в отборочных турах всероссийского финала по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений. Боролись за титул чемпионов. 14-й сезон проекта «Мини-футбол в школу» позволил обычным ученикам сразиться в соревнованиях в масштабах целой страны. Участники – мальчики и девочки в четырех возрастных категориях. Не имеют специальной подготовки, не занимаются в спецспортивных школах. Просто любят мини-футбол и всеми силами пытаются показать себя на паркете. Ярким футбольным матчем завершился финал всероссийских соревнований по мини-футболу среди школьников. Здесь лучшие из лучших сразились на паркете и еще раз доказали – мини-футбол – игра, которая привлекает миллионы школьников. Щелково неизменно становится главной площадкой соревнований «Мини-футбол в школу». И руководство ассоциации «Мини-футбол» и участники признают, что спорткомплекс Подмосковья является одной из лучших площадок в стране. В мероприятии приняли участие министр спорта России Павел Колобков, а также министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терешков. Здесь уже турнир действительно стал традиционный. Здесь Щелково уже много лет подряд проводится финальный этап. Хочу сказать, что за 14 лет, конечно, большой путь пройден. Уже ежегодно порядка 100 тысяч детей, на 100 тысяч детей больше участвуют в этом проекте. Уже 1 400 000. Это, наверное, самый массовый спортивный проект среди других видов спорта. 12 школ вовлечены в проведение турнира. Поэтому надо сказать, что этот турнир не только направлен на массовость, на привлечение детей, но еще в том числе на рост спортивного мастерства. У нас Щелково традиционно принимает финал всероссийский. Сюда приезжают лучшие ребята, которые прошли свой отбор в субъектах. И, конечно, Щелково всегда радушно принимает. У нас есть отличная инфраструктура, спортивная инфраструктура. Для нас мини-футбол на территории этого муниципального образования не чужд. Здесь играла наша профессиональная команда «Динамо». Сейчас она ушла в высшую лигу, к сожалению. Но вместе с этим то наследие осталось, и свыше 1000 детей занимаются в этом зале. У нас в Щелково традиционно и вид спорта номер один фактически – это футбол. Чуть-чуть негодование от того, что наших команд нет в финале. Мы, конечно, над этим будем очень плодотворно работать, потому что неправильно, на наш взгляд, и нужно здесь доказывать свою состоятельность. Для этого есть вся инфраструктура, и мы будем над этим работать. Почетными гостями соревнований стали призеры третьих летних юношеских Олимпийских игр. Среди них Данил Карпюк, подмосковный «Динамовец», один из постоянных игроков юношеской сборной России. На этом турнире он зритель, оценил игру, поделился своими эмоциями от участия в Олимпийских играх. Очень приятно было вообще даже в принципе поучаствовать на Олимпиаде. Это такой шанс и показать себя, и сборную. Пример Данила может стать весьма убедительным для тех мальчишек и девчонок, что сегодня в школьных спортзалах играют в мини-футбол. Ведь проект «Мини-футбол в школу» действительно важен и нужен для тех, кто делает первые, но уже весьма уверенные шаги в этом спорте. А немаловажным стимулом для игроков становятся призы. Всем участникам, лучшим игрокам, победителям и призерам соревнования компании вручили ценные подарки. Команда победителям предоставлено право на получение спортивного напольного покрытия для школьного зала. Для всех участников всероссийского финала компании «Йокохама Рус» был проведен мастер-класс с участием тренеров Академии футбольного клуба «Челси». Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».